Фестиваль кочевой культуры «Зов земли» пройдет в Петербурге летом. В рамках его подготовки стартовал цикл этнографических лекций. Как жили кочевые народы на территории России, какие традиционные наряды носили, из чего готовили национальные блюда, на каких инструментах играли. Эти и другие темы раскроют специалисты-этнографы. Еженедельно в Арсалоне, Невский 24, по вторникам именитые этнографы, исследователи, археологи и антропологи будут проводить встречи и лекции, гостями которых смогут стать все желающие. Только знания могут помочь людям интересоваться действительно и принимать чужую культуру. Потому что множество мероприятий проходят, когда на сцене выступают разные представители народов, это концерты какие-то, но нету объяснения о формировании традиций. Все лекторы также примут участие в фестивале кочевой культуры «Зов земли», который состоится летом. Зрители ожидают богатая музыкальная программа, диалоговые площадки, интерактивные зоны. Время и место пока не определено, но точно известно, что он будет проходить 2 дня.